пришло время охоты на барсука. Поехал я на барсучий нор, приготовился. Чемодан с капканами КП-250 я хочу. Ну, только они сейчас разрешены на барсука. Ну и ружья капканами КП-250 лучше. Сейчас посмотрим, что у нас здесь в норах. Здесь я не был с прошлого года, еще не смотрел. В том году я охотился на этих норах. И они дали мне своего барсука. Во. Вот начинают подходить. Вот. Глинь. Собрался зимовать здесь. Шарики такие, соломы, сено. След довольно-таки не мелкий. Здесь вон промятый выкопал. Пойдем по кругу, посмотрим, что у нас здесь. Как-нибудь так пройти, чтобы запах у нее оставить поменьше своего запаха. Свежая глина сегодняшняя копает. Прямо в разгаре копанина у него. Он рад. Вон там глина накопана. Что-то земля какая-то. Сейчас посмотрим. Вот ходит тропа туда. Наверное, один капкан поставим там на тропе. Под другой сейчас выберем место. Наверное, вот на этой норе сход какой у него хороший сюда. Вот все помято, тут примято. Это камера, может, и не видит. Вот. На туалет выходит сюда, в эту нору. Значит, поставим его здесь. Вот свежий, все, ископан. Вот тут мы его установим. Один. Сейчас пока раскладусь, потом включусь. Ввели капкан, не пока знаете. Их надо его примерить. Буду скопать. Подкопать. Лопаты не взял, ничего такого. Ладно, как можно меньше. Здесь всего натворить, делов, можно сказать. Забьем сейчас в кули. Один, второй. Закрывай капкан. Все, можно полыни немножко тряхануть. Слишком много таких прям катушков небольшеньких, вот так. Пойдем на тропу. Здесь следом не осталось. Одно место. Как мы видим, капкан установлен один. Все, пускай он так стоит. Больше ничего не будем делать. Сейчас пойдем установим на тропу. Сразу же. Можно было и тут, конечно, найти, куда эта тропа уходит. Неудобно.
одной рукой. Вон как она уходит прям. Шикарно. По-любому где-то завал есть. Но мне больше проглянулось почему-то не это. Тропа. Вот это вот он ковыряет. Видно. Наковырено. Что-то он оттуда носит. Вот идет тропа. Паутины нет, ходит каждый день. Вот. Вот этом вот месте. Прям тут. Поставим еще один капкан. Подводим его. Невзведенный. Сюда прям так, на тропе. Косинки. Так. Фиксируем колами. Подбиваем вторую кол. Снимаем предохранители. Довольно-таки жестко. Заряжаем, снимаем предохранители, там снят, тут снят. Вот и все. Немножко. Маскируем так по бокам. Чуть-чуть совсем. И оставляем на ночь тут убрать. Все, капкан в таком виде на тропе остается на ночь. Ну вот и все, сейчас еще установим ловушку. Там, где ставил на нору капкан, фотоловушку установим. Или установим туда. В общем, одну фотоловушку установим. Сейчас установлю на тропу, на тот капкан. Посмотрим, ходил зверь здесь или нет. Установлю фотоловушку. На этом все, пока мы... Посмотрим результат. Всем пока.